Ну что ж, у нас вторая карта уже финала. The Train, пик команды и команд Team Viso. Первую карту у нас выиграли Magic 5 со счетом 16-12. Если мне не изменяет память, выиграли не на кэше. В хорошем стиле, на самом деле, благодаря, наверное, еще стрику там из 8 или 9 раундов, который был у них в дефенсе. Сделали хороший задел, ну и просто взяли свои раунды уже в атаке, поэтому с чем я их поздравляю. 1-0. 1-0 в пользу Magic 5 по картам. Кнафик они также берут. Нет, или кто берет кнафик? Magic 5, да. Magic 5 взяли кнайф, вот я просто увидел, что iHunt написал Ready Stay. Хотя они находятся в атаке, я такой думаю, почему он пишет, собственно, Ready Stay, если не он должен решать. Ну ладно. В общем-то... По составам команд еще раз. Magic 5, Maxi, Fox, Jivi, Art и Say. Team Viso, iHunt, PL, Camo, 3KG, DNC. DNC, ну что ж, пистолеточка. Посмотрим, как на своей карте у нас, на своем пике, ребята из Viso Gaming проведут атаку. Все-таки их пик, они должны за атаку брать, я думаю, девятку, десятку точно, если они... реально готовы к трейну, если это реально их сигнатурная карта там какая-то, да, то все будет крайне интересно. У нас выход по зелени в одного игрока и 4 под Б. Такая вот стратегия у нас. iHunt у нас что? Зачем, собственно, отправлять его на зелень одного? Непонятно немножко. Ну, моментально там фокус получил в голову, у него 2 хп всего-навсего. Вот уже и наигрался у нас почти фокус. Так, ну не под Б выход. Смотрите-ка, обманули меня, ребята из Team Viso. У нас там выход под Б, и везде выход вообще. Там один под Б вышел, трое вверх-вниз. ПЛ шикарным образом запирает одного. Правда, там арт максимум. Ментальные два размена. Бомба уже у нас лежит. Но два рядовых игрока из исполнения Magic 5. DNC, Каму еще два минуса. Ну и уже в меньшинстве Magic 5. Давайте смотреть. DNC хороший хедшот стек ставит. Ну и последний рядовый у нас Jivi. Также умирает от iHunt'а. 1-0, пистолеточка за команду Viso Gaming. Очень интересная пистолетка. Просто, по-моему, запутали своего оппонента. На самом деле, вроде бы сначала пошли под Б. Один играл в зелени. Потом трое спустились сверх-низ, один вышел Б. В итоге заняли все-таки оппонент. Продавили зигзаг, продавили все это дело. И, пожалуйста, пистолеточка в исполнении Viso Gaming, с чем я их, собственно, и поздравляю. Смотрим дальше. Есть калаш тег 3 фармгана. 3 фармгана против форсбая. И надо было все-таки ребятам, наверное, бэпэнт укреплять. У нас тут выход идет по верхнему парапету. Арт не справляется со стрельбой. iHunt у нас там... О, хорошо, Сей сыграл. На самом деле Сей тут может дальше еще что-нибудь придумать, но у него не очень получается. Разбивается DNC, жесть. DNC разбился. Это просто фейспалм самый настоящий. Макс тем временем еще один минус дает. В спине Каму. Каму минус один есть. Но Jivi. Jivi отлично все-таки разменял своего тиммейта. 4 хп у него остается. И ПЛ последний. ПЛ 1 в 2. Вот вам и форсбай. Исполнение дефенса. Жесть. Самое настоящее. Ну что там? ПЛ. Не справляется со стрельбой. ПЛ это форсбай. В исполнении Magic 5. Да. Ошибка на ошибке. И ошибкой погоняет. Наверное, так можно сказать. Потому что... ну, должны были брать этот раунд Viso Gaming. Они решили пойти под Б. Вышли под Б, но ни черта там у них не получилось. Хороший прием исполнения защиты. Так еще и у нас DNC там разбился, собственно, так вообще беда. Ну ладно. Force Buy в исполнении теперь у нас Viso Gaming. Видим мы 3 брони, 2 тяжелых, 1 легкую. Двоих брони нет. И десерты его там закуплены массово у всех практически. 19 хп у 3КГ остается. Ну и... 5 в 4 в большинстве. Magic 5 благодаря энтри киллу от Макси как раз таки в соточке. Поздравляю я его. Ну, фокус, пожалуйста, фокус устраивает экшен у нас на зелени. Делает минус 1. В гол убивает iHunt'а. Выходит Jivi на хлопу. Не ожидали, наверное, все-таки ребята атаки увидели тут калашик. Но вот Jivi, пожалуйста, дабл килл. 3КГ один размен сумел дать. Но я так чувствую, что на больше его сегодня уже и не хватит. Всецело. Всецело не хватит. Ну что, под флешечку выходит, но Jivi был на месте. Jivi трипл килл. Вот Jivi, кстати, это на карте кэш он, по-моему, 5 место занимал по статистике. А тут, смотрите-ка, подсобрался. 4 на 1 у него стата, и все неплохо у него. На карте трейн начинается. Посмотрим, конечно, как дальше будет, но пока начало неплохое.
Смотрим дальше. 2-1, защита впереди. Ну, в защите тут, по идее, Magic 5 должны тоже жестко браться. На кэше они в защите сыграли просто шедеврально. Был у них момент, когда они взяли 8 подряд, и все было хорошо. Ой, какая хае сейчас отбрасывается, хае какая шикарнейшая просто. Спрей от Сея, Сей минус 1, 2, просто шикарно. Ну что, там еще с верхнего парапета не дают даже установить бомбу, собственно, просто без потерь, без единой потери заканчивается раунд для Magic 5, это отлично. Динси, братик, что сливаешь-то? Вот так вот сливается немножко. Ну, на сайте CS eSport, еще раз скажу, наверное, процентные соотношения там были 51% на Magic 5, 49% на Visu Gaming, поэтому 50 на 50 можно, грубо, да, округлить, вот все это делать. 50 на 50 у нас статистика пока что. Так, ну что, пытался простреливать у нас с SSG. Попытался попростреливать с SSG, ничего у него не получилось. Вот в зелени у нас ПЛ практически убил фокус. Вот фокус, кстати, уже не первый раз у нас терпит в зелени. Вы помните, наверное, пистолетный раунд, когда там Айхоут ему зарядил. Прям в первых секундах раунда у него там осталось буквально 2 хп. Вот смотрите, теперь Дживи у нас потерпел немножко фиаско. Тоже потерял очень много хелспоинтов. Ну и два рядовища игрока уже в исполнении Magic 5. Но тут есть еще фокус. Как раз таки рядовище, который с АВП. И который делает энтрики для своей команды. 4 в 5 в большинстве у нас ребята из Magic 5. Правда, размен моментальный от ПЛчика. Ну и смотрим дальше, что будет. Сей, ну неужто ты побежал стягиваться к своим тиммейтам? Рановато, мне кажется, все-таки. Так, ну что? Ох, Фокус добивает еще рядового у нас Айхонда. Шикарная игра от Фокуса, у которого 15 хп в начале раунда еще было. С фломастом выходит арт, минус один есть. DNC запирает его. Размен на ментальный. ПЛ в зелени отлично открывается. 2 в 2 ситуация. Фокус рядовый, правда! Отваливается тоже. Ну и Сей последний с пунта играет 23 секунды до конца. Сей замечает одного из игроков. Не очень удачно заспреил, но все-таки оставил 28 хп. Сей на самом деле может тут удивить. Давайте посмотрим. Да, выбивает бомбу. Минус один. Есть и минус два. Шикарная стрельба от Сея. Филиппину 337. Привет, друг. Подписывайтесь, ребята, на каналчик. Еще разочек говорю. Буду крайне благодарен вам за подписочки. Поблагодарю подписавшегося произношением его ник в прямом эфире и благодарностью лично от меня. Ну что ж, 4-1. Magic 5 очень здорово начинает в защите, благодаря Сею, который только что затащил прекрасный клатч раунд, 2 в 1, и все для него очень хорошо сложилось, как и для всей команды, собственно. Ну что, Макс начинает опять раунд с того, что делает минус первый, entry kill, в соточке убивает DNC, DNC что-то вообще не везет на трене, на самом деле, то разбился, то вот первым умирает, арт еще взрывает у нас в перемычке Айхолда, совсем уже как-то расслабились ребята из Visu Gaming. Ну и смотрим дальше. Итак, фокус попадает. Вот в 2 ВП, смотрите-ка, идет игра. Вот даже на кэше такую же стратегию примерно использовали ребята. Также пытались сыграть в 2 ВП, фокус вместе с Макси. Взрывается у нас там 3 КГ, ну и Кама последний. Что творит? Да, красивый, красивый был, конечно, микромомент. Сей хорошо сыграл. Ну и пауза от Айхонда, конечно, нужно тут подуспокоиться ребятам. Кама последний, Кама с диглом. Опа, привет от Каму, передает он Арту. Замечательный. Замечательный хедшот. Замечательный второй хедшот. Что, будет еще? Или больше не будет все-таки? Нет, ну там уже с 5-7, конечно, фокус запер последнего из игроков. 5-1 и тактическая пауза в исполнении Visu Gaming. Совсем уже не идет у них игра. И приходится им, собственно, вот такие паузы брать, иначе уж все совсем плохо было бы. Посмотрим, сейчас подуспокоятся. Сейчас подуспокоятся, да еще и заберут, может быть, пару раундов в свою пользу. Но я сразу сказал, что я бы хотел, конечно, посмотреть тут и до второй. Вот, для меня было бы это интересно. Вот, не знаю, как вам, конечно, но надо второй посмотреть, вот в качестве третьей карты было бы совсем-совсем даже не худо. Вот, ну что, пауза отжимается, Magic 5 ведут 5-1, пока что у них все очень хорошо в защите получается. Ну, видим, что Visu Gaming решили тоже играть с двумя снайперскими винтовками. Вот так вот, 2 ВП в защите, 2 ВП в атаке. Ну, а начинается раунд опять все с того же. Макси опять делает энтрикил. Правда, фокус на зелень немножко перебоковал, если честно уж скажем. Вышел без флешек, без всего.
подумал, что он совсем не умирает в этой игре. Ну и Макси, посмотрите, что творит Макси. Просто в сотке еще одного находит. Кама у нас, правда, делает размен. Но Макси сегодня неудержим. Трипл килл от Макси. Просто шедевральная игра у нас за трансформатором. Что этот парень творит, пока непонятно. Но вот мне уже Михаил С. сказал, что этому парню 24 года, поэтому парень реально взрослый уже, мужик, можно так сказать. Вот. И, пожалуйста, трипл килл от этого парнишки, мужчинки. Вот. Давайте смотреть далее. 2 в 3. Вот пока не вижу, вообще не вижу, если честно, пикнули Вису Гейминг себе трейн, но не вижу совершенно вот, никаких даже предпосылок к тому, чтобы была какая-то раскидка. Выходит на скилле, пытается на скилле что-то сделать, и, собственно, сей у нас опять 1-2 ситуации, клатч для него. Ну что, и ставится у нас бомба. Ставится бомба... Так, ну вот сей мог сейчас на самом деле убить двоих даже, но в спину не успел просто-напросто к... устанавливающему бомбу зайти, убил одного, но в размен моментально сыграл у нас как раз таки 3 кг. Ну и смотрим дальше, 5-2, 7 раундов позади, и наконец-таки Вису Гейминг тащит этот раунд, но правда с деньгами проблема, опять же покупали они две снайперских винтовки, денег не очень много, с экономикой беда. Давайте смотреть. Итак, аркада по зелени. У нас экономический раунд такой. Хоть вот сейчас хорошие флешки влетели, но вовремя все-таки отвернулись. Ребят, 3 кг, 1 минус есть. Ну что, Дживи с 5-7. Есть минус 1, но в размен также от ПЛ. 3 в 2 ситуация. Поверх низу там у нас арта убивает тоже. Отправляет в поднебесную. Ну и сейп 1 в 3 ситуация. Он с 5-7, собственно, попытается еще что-то у нас нам показать интересненькое. Ну, это третий раунд, по идее, для Вису Гейминг. Но опять же, вот, несмотря на то, что берут раунды, да, но все равно как-то вот играют неуверенно. Вису Гейминг в атаке, не знаю, честно, не знаю. Раскидок нет, как таковых. Играют, так скажем, тупо от дефолта. Находит у нас, кстати говоря, Сэй, это сделал DNC. Ну и это 5-3, как я и говорил. Вот нет какого-то, знаете... начальной задумки на раунд, что ли. Постоянно бегут вот в одних направлениях. Вот как вот прям, не знаю, как попугай выучил одну фразу, так и тут. Вот один игрок выучил свою точку, вот он туда бежит и стоит там. И стоит, и все. Вот так и тут, собственно, происходит. Ну вот сейчас опять, вот пожалуйста, вот дефолт. Айхон 3 кг на зелень. Вот, ПЛ в соточке, Каму там тоже где-то бегает, ну и в доме DNC, собственно. Ну, все по дефолту, опять же, ничего удивительного, DNC у нас умирает, Макси. Вот этого парня никак не могут остановить на сотке, он постоянно за трансформатором делает по минус 2, по минус 3, сейчас, пожалуйста, опять от него минус есть, он уравнивает состав команд, делает второй килл, Макси до сих пор не могут законтролить, и Макси просто 12 на 6 уже идет, и просто шикарнейшую игру нам демонстрирует. 3 в 4, в меньшинстве Вису Гейминг. Вот, пожалуйста, стоит 3 кг, фул раскидка у него, он стоит, просто пытается на стрельбу взять. Айхонт стреляется в сотки, хорошо, убивает одного, но тут, ой, накосячил у нас там сей, мог он убивать, но вот сейчас размен будет от Айхонта, да. Есть размен, 2 в 2, Гиджи вместе с Артом против 3 кг и Айхонта. Айхонт уже, кстати, дабл-кил в этом раунде дал, отбрасывает смог на шестую линию. И будет выходить. Но там Артфлай в спину. И там еще Дживи, который находится тоже в выгодной для себя позиции. Выходит просто-напросто Дживи в спину, убивает нас. Последний игрока команды Вису Гейминг. Это 6-3 уже счет. И опять 3 раунда паритета, собственно. Возвращают себе то, что они наиграли в начале игры. Несмотря на отданные 2 раунда, все равно 6-3 уже. И вот, кстати, знаете, какой еще интересный факт, то, что пистолетки, Visu Gaming до сих пор берут. Уже третью пистолетку за 2 карты они взяли. Вот, с пистолетками что-то беда пока у Magic 5. Но даже несмотря на то, что проигрывают пистолетки, все равно первую карту они выиграли 16-12 и сейчас ведут 6-3. Так что, в общем-то, все хорошо. Какая мапа? Вторая. Вторая мапа, ну что, Дживи, Макс, хороший хедшот, пошли, у нас Сей там уже своего готов убивать, наверное, чтобы была готова затащить игру для своей команды. Так, ну что, Айхоун, последний, живет, борется до конца, ничего у него не получается, 7-3, выход под Бэплэнд, провалился просто с треском. 10 раундов позади, по статистике давайте пробежимся, Макс 14-7, 9-5, Сей, Дживи 8-5, 6-7.
6.7, Art и Focus 5.6, Team Visu Cam 7.8, 6.8, DNC PL 6.9, 5.9.3, KG и iHone 5 на 9. Я посмотрел, Room 5 на Capo. Я бы тоже. Первую взяли у нас Magic 5. Magic 5 со счетом 16-12. Так, ну что, трое по зелени, я так понимаю, там аркада, кстати, какая-то тоже намечается уже с ЛП. У нас играет арт, ну, прекрасная реакция, просто-напросто в спину выходит уже фокус. Опять же, это дело никто не контролит. Фокус у нас находит уже двоих игроков, убивает ПЛ, убивает еще одного игрока. Макси находит 3 КГ, последний ДНС с П250. Ну, что-то вообще в атаке ничего не заладивает, не могут наладить игру свою, найти свою игру, даже так могу сказать. Потому что проблемы испытывают просто огромнейшие. Просто огромнейшие проблемы ставочки. Красавчик. Вчера проиграл, сегодня выиграл, да? Могу так сказать. Ну что, живи. Хороший хедшот. Последний по DNC. 8-3. Первая половина у нас за командой Magic 5. Magic 5. Замен нет, все проходит. Ну да, да. О заменах, конечно, я считаю, что нужно предупреждать заранее. Вот, чтобы не было потом таких казусов, чтобы люди теряли вот в своих ставках. Совсем уже было бы тогда неприятно. Ну что, 8-3, мы смотрим. Нам осталось посмотреть всего-навсего 4 раунда. Вот, 4 раунда. Первой половине этой встречи, второй карты финала. Это финал, на самом деле, еще раз напоминаю, Visu Лиги номер 1. Train Peak Visu Gaming. Да, Train Peak TT, можно и так сказать. Ну что, выход пошел под бэкплент. Опять сей, и опять сей минус 1 делает, но вот на больше его не хватило. Хае сейчас хорошая, должна залететь в поинт. Там, да, у DNC моментально минус 60 хелспоинтов. Просто в ноги Хае упала. Ну и тяжело будет тут, на самом деле, выбивать поинт. Живи, Фокус и Макс. Ну что, Макси находит уже одного игрока из игроков. У него, правда, остается всего-навсего 15 хелспоинтов. Ну что, 3 КГ. Заметил одного, заметил второго. Убивает все-таки Макси. Так, Дживи, дабл килл, дает у нас ПЛ. Последний остается. ПЛ у нас где? ПЛ-то где? Ну, успеет или нет? По-моему, не успевает. Да, не успевает. Не успевает у нас Magic 5 раздефузить бомбу, хотя всю команду Visu Gaming убили. Вот они уже друг друга режут на нервах. На себя ставили, наверное. Ой, я на самом деле не знаю. Ну, там по никам можно посмотреть, кто на кого ставил. Вот. 3-2-2 или не 3-2-2. Вот. Так, ну немножко я отвлекся. Извините, конечно, за это. Ну что, у нас тут выход под аплен. Наконец-таки вот решают выйти под А, но хоть какие-то смоки уже наконец-то раскиданы, потому что смоков я вообще не наблюдаю в исполнении команды Team Visu. Наверное, больше смоков я вижу от защиты даже. Ну что, Фокус, Макс, минус 2, моментально дают. Правда, 3 КГ в спину заходит, не ожидал там Фокус его увидеть, но все-таки размен есть. Еще один минус от 3 КГ, 2-2, ситуация сейф вместе с Артом. Против 3 КГ и Кама. Денег у защиты не будет, если они проиграют. Ну, примерно аналогичная ситуация и в атаке, конечно. 55 секунд до конца. Кама находит у нас сейф. Хороший очень минус. Зачем запрыгнул на плент, друг? Зачем же ты запрыгнул на плент? Вот сейчас чуть на самом деле у нас Кама не проиграл раунд. Он решил запрыгнуть на плент и именно там ставить бомбу. Ну, не ожидал, конечно, увидеть еще одного игрока в зигзаге. Ну, ладно. 8-5. 8-5. Пока что Magic 5 впереди, но вот потихонечку, полигонечку сокращает преимущество Visu Gaming своих оппонентов. Я уже говорил, что 5-6 раундов в атаке тут будет очень неплохо. Хотя я говорил, что если они уж играют на своем пике, они должны тут и 9 и 10 тащить. Но 9 и 10 уже точно не будет. Максимум, это что они могут сделать, это 7 раундов взять. Аркада по зелени вчетвером. Тут просто сейчас ПЛ будет как на дейме развлекаться. Минус 1, минус 2. 3 КГ, также дабл килл, Макси последний, Макси у нас тоже умирает от DNC. 8-6, у вас раунд. Last round. Давайте смотреть. Last round первой половины. Ну что, по закупу мы видим 4 кольта FAMAS, только что сливались с Magic 5, теперь есть полноценный бай, но без АВП. Ну и есть АВП в исполнении Visu Gaming и 4 калаша. Ну что ж, давайте смотреть.
Звук КС есть, не кричи, пожалуйста. Просто я сворачиваю иногда игру и смотрю там, вот видишь, как сейчас, например, хоп, смотрю за другим стримом. Смотрю за другим стримом еще параллельно, потому что интересно все-таки там кое-что мне посмотреть. Вот. Но капсить не надо, друг, пожалуйста, ладно. Можно спокойно, по-моему, сказать, что Максим, верни звук КС, а не писать звук КС, алло и так далее. Пока без минусов у нас проходит игра, пока что безинициативная какая-то. Совершенно выход под бэплэн. Хорош, флешки залетели, но тут Сейз вообще не слепой стоит на самом деле, но все равно не удается ему сделать больше одного минуса. Что за жесть? Что за жесть, Дживи? Хорошо, Дживи умудряется делать все-таки один минус, но 3 в 3 ситуация, выбивание опять же плунта у нас в исполнении дефенс. Давайте посмотрим. Фокус, Макси, два основных игрока еще живые. Ну и тут ВЛ просто находит у нас Макси, фокус последний, у фокуса этот шанс маловато, но один в 3, он, кстати говоря, уже минус 2 делает, и осталось убить только DNC, но я думаю, DNC этот раунд не отдаст, тут и китов даже нет элементарно, садится, разводит на дефьюз, DNC, нет, на это дело, конечно же, не ведется, ну, фокус, конечно, добил последнего, но раунд все-таки затащили Visu Gaming. Рома на стрим зашел, давайте сливать, давайте. Ну бывает, бывает. Все бывает, ладно. Так. Ну что, пистолетный раунд. Magic 5 взяли 8 в защите. 7 отдали они Visu Gaming. И Visu Gaming на сей раз теперь будут пробовать себя в дефенсе. Посмотрим. Посмотрим, насколько Magic 5 готовы к атаке, что они нам покажут, что они нам придумают. Потому что вот Visu Gaming выходили в основном на чистом энтузиазме. Раскидок у них как таковых не было. Вот. Ну, просто вот играли от минуса, от собственного аима, от собственной уверенности. Ну и в пятером идут под бэплэнд. У нас на приеме DNC. DNC. 3КГ, Кама, в общем-то, тут вся банда. Тут вся банда команд Visu Gaming собралась, и тяжеловато тут будет атаки заходить. Надо моментально минус какой-то давать. Вы смотрите, что творит. А, фокус просто на расстоянии за глока шикарный минус делает. Ну что, выход уже пошел. DNC убивает таки он арта. Правда, там еще минус АЦ был. 4 в 3 ситуация в большинстве атак. Ну что, смогут ли первую пистолетку наконец-таки взять? Magic 5 или все-таки четвертую пистолетку за две карты они отдадут. Давайте посмотрим. Итак, пошел выход. Фокус, там все рядовые. Посмотрите, просто рядовищие игроки атаки. Врывается у нас фокус. Отлично, есть минус один. Фокус находит еще одного игрока. Шикарная игра. Ну и фокус. Да ладно, квадрокилл. Мне без разницы. Мне нравится читать ник DNC. Он так круче звучит. Поэтому буду читать так, как я хочу. Так, как мне удобнее. Так, как ммне приятнее. Мне так приятнее, мне так удобнее. Поэтому я буду читать так, как я хочу. Спасибо. 9-7. Наконец-таки Magic 5 усилиями там невероятными фокуса на самом деле. Но квадрокилл от фокуса залетел. И пистолетку они взяли. Наконец-то первую за две карты, собственно. Давайте смотреть далее. Давайте смотреть далее. Force Buy в исполнении Visu Gaming. Не знаю, но в принципе может что-то получиться интересно. Вот смотрите, iHound уже находит двоих на зелени. Шикарная игра от iHound. Просто два хедшота ушатывает моментально. Ну и 3КГ, да. Тут ребята из Magic 5 просто рассыпались. Рассыпались, теперь надо собирать как конструктор Лего эту команду. Но правда, моментальные три размена в исполнении Magic 5, даблкил от Maxi, кил от Фокуса. Опять этот дуэт, кстати говоря, остался, который больше всех пока настрелял. Приятно смотреть за игрой вот этой команды, все-таки за Макси. Приятно смотреть и на прошлой карте на кэше. Эти парни тоже вели игру своей команды, были на первых позициях, собственно. Ну что, поел. Хоть одна. Ух ты ж, ничего себе! Ух ты ж, ничего себе! ПЛ! Жесть какую-то дал, на самом деле. Просто добил одного игрока там с четвертой пули, потом развернулся и дал ваншот. Просто развернулся и дал ваншот. Привет. Передает привет всей команде Magic 5. 9-8 берут Force Buy, ребята из Visu Gaming.
В принципе, ставили бомбу, поэтому надо сделать один какой-то, может быть, force buy и потом закупиться уже Magic 5 на Next. Купить, может быть, сейчас Tech 9. Ну, да, вот два тека, Deagle, ну и еще один Deagle, и Glock. В общем-то, ну, закупились так, помаленечку, полигонечку, две легких брони, но не более того. Ну что ж, вот интрига. Интрига все-таки, кто у нас победит на второй карте-то. Либо у нас Visu Gaming переведут игру на третью карту, на 22-ю, либо Magic 5 все-таки заберут чемпионский титул, звание лучших на этом турнире, ну и получат там приз, свой заслуженный приз. Так, ну что, Magic 5, фокус, шикарно. Отыгрывает на верхнем парапете, делает минус один, за чеку уже немножко он дальше. Ой-ой-ой, там чекает он еще, там, по-моему, троих игроков он уже заметил. Тут надо уже, конечно, стягиваться. Зелень вообще пустует. В общем-то, один игрок уже вышел на плент. Ему ничего не мешает совершенно. Правда, его замечает вовремя кам. Убивает Сея. Ну что, давайте смотреть далее. Далее смотрим. 3 КГ. Хорошим спреем убивает еще одного. 3 в 4. Ну, почему на Б-плент было бы не выйти? Там у вас все-таки есть кольт. Надо было просто выходить и все. Ну, фокус. Опять фокус включается. Убивает уже двоих. Редовый еще 3 кг. Посмотрите, какой редовый 3 кг. Просто он в щи. На самом деле у него 20 хп. У Макси 12. 72 фокуса, 29 у Арта. Так, 3 кг. Находит фокус. Убивает, кстати говоря, почти сотого игрока. И вот это уже интересно. И вот это уже интересно. Айхон теряет очень много хп. Последний у нас Арт. Арт у нас с теком. Да, ну вот не повезло. Опять удача отворачивается от лица команды Magic 5. Опять неудача настигает их, собственно. Ну и что могу сказать? 9-9 сравнивается счет, и тем интереснее будет смотреть нам дальше за игрой. Так, ну что по статистике у нас там? Фокус максимум. Вот два героя. Два героя просто команды Magic 5, о которых я уже говорил не в первый раз. Парни просто с ракет на двоих уже раскидали. С ракет. 40 фрагов на двоих за 19 раундов. Это хороший показатель. Очень даже высокий. Вот. Тем интереснее. Даст 2, похоже, будет. Ну, загадывать не будем, конечно. Есть ЭВП у нас у Макси. Макси, мы помним, как он в Дефенсе играл с ЭВП. Он там по минус 3 делал, и ему ничего не мешало. Ему совершенно ничего не мешало. Ну что, ну вот хороший выход от Тайхонда. Опять же, нашел он Сея, хотя, по идее, не... ну, я уверен, что он не ждал его там, но все-таки реакция не подвела этого парня. 4 в 5 в меньшинстве Magic 5. Они сейчас постараются, конечно, еще же какую-то борьбу навязать в этом раунде. Тем более, ну, все-таки потеря одного игрока не так страшна, наверное, как потери троих, там, четверых, совсем уж худо-бедным было бы. Так, ну что? Вот, привет, передает Макси, просто-напросто Айхонда убивает сверху низа, вообще не законтролили у нас верх низ ребята из дефенса. Смотрел только один игрок и смотрел он зигзага. Ну, то есть, спокойно можно было бы просто сверху низа убить как раз-таки зелень. Ну, ошибка, очередная ошибка в исполнении защиты. Ну, хае хорошие, тайминговые влетают, вот посмотрите, но чуть-чуть бы попозже еще немножко. И было бы все как-никак лучше. Ну что, минус 2 у нас уже делает DNC. 2 в 3 ситуации. Фокс вместе с Макси. Опять этот дуэт небезызвестный. Но тут уже стяжка от защиты. И просто шикарная игра в исполнении команды Visu Gaming. 10-9 у нас становится счет. И ближе, все ближе у нас Visu Gaming к тому, чтобы свой пик забрать себе. И перевести игру надо второй. Насчет записи, может быть, кому-то интересно, записи будут сегодня вечером. Сегодня вечером будут обязательно. Поэтому надо будет немножко, конечно, подождать. Ну что ж, смотрим. 10-9. Visu Gaming выходит вперед. У них есть одна снайперская винтовка. Играет с ней Айхонт. Айхонт у нас стоит в зелени. Поэтому именно оттуда он, наверное, будет принимать. Да, я не прогадал. Выход под Б в исполнении Magic 5. На Б пойти у нас два игрока стоят. Так, арт у нас вылетает. Сейчас можно сделать уже первый минус. На самом деле у него релоуд, но DNC сейчас, по идее, будет на приеме. И должен он более-менее уверенно сыграть. Тем более бомба у нас уже стоит. Ну что, DNC находит одного.
Ну, в общем-то, вся команда рассыпается у нас в исполнении Magic Five. Выход не удался, но, ну, по крайней мере, бомбу поставили. По крайней мере, уже хорошо. 11-9, Visu Gaming. Выходит вперед и отрывается уже на два раунда. Отрывается уже на два раунда. Не знаю, Magic Five, возможно, просто трейн не трейнили. Вот в чем дело. Не тренировали трейны, поэтому, возможно, какие-то проблемы. Но посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Итак, раунд под номером 21 нам предстоит посмотреть. АВП от Фокуса. Вот почему-то Макси теперь не играет со снайперской винтовкой. Почему, не ясно. Фокус теперь у нас с АВП. 4 калаша также в закупе. Visu Gaming, iHone продолжает также выступать со снайперской винтовкой. Плюс 4 кольта. В общем-то, тут важно будет, как снайпер себя проявит. 3 КГ сейчас у нас находится в зелени, заменяет он iHone. А ну, iHone у нас будет, я так понимаю, играть в зигзаге. Какая первая была? Первая карта была кэш. Первая карта была кэш. 3 КГ, хороший, уверенный минус в зелени. Просто, по-моему, через смок он убил своего оппонента. Ну что, арт у нас полностью слепой, в зелени стоит. Сейчас надо выйти, главное сразу хэдшот поставить, если не получится. Выходит, ну не получается у него поставить там ничего. Так, под веб-понтом у нас пока пустота. В общем-то, стягивается у нас уже Макси. Хороший минус на оппонент. Выход идет, ПЛ у нас отваливается. 4 в 4 ситуация, опять паритет. И Макси 4 хп имеет. Смотрим. Молотов в понту, кстати, хороший, только что полежит. Там 3 КГ замечательно на шестой линии у нас Фокуса. Минусует его моментально в спину, заходит DNC. Еще минус от Камо. Ну, жесть. Вся команда Magic Five ложится и совершенно не получается у Magic Five ничего пока что в атаке. Вот также, уж если команда Visu Gaming пыталась выйти как-то, знаете, на индивидуальном скилле, хоть какие-то смоки откидывала, то тут Magic Five просто-напросто вообще ничего не раскидывает. Если какие-то смоки есть, то они там, ну, уж очень дефолтные. Там, типа, откинуть смог на верхний парапет или на нижний парапет, или в зигзаг, например, да, там, ну и все, на этом все заканчивается. Есть бай очередной в исполнении Magic 5, 4 клаша тег, ну что, 3 у нас в доме, 1 в зелени, 1 контролит сотку пока что, ну, смотрите, арт нас находит двоих, хорошо, открывает бы плент, выходит, сразу смог в нижний плент. Фокс собирается также на верхнем пленте, минусует у нас iHonda, размена 3 КГ, ну и 2 в 3 ситуация, Дживи очень редовый. Ну, посмотрим. Фокус, АВП, хорошо. Думаю, может быть, заберут даст. Но тут еще с трейна нельзя их списывать, на самом деле. Посмотри сам, все-таки 10 раунд уже берут. По идее, берут, если сейчас, конечно, 3 КГ какое-то чудо не сотворит. Но все равно. Но все равно. Magic 5 все равно еще могут взяться. Жестко могут взяться, сделать камбэк. Что, 10-12. Magic 5 берут таки раунд. Сей добивает у нас последнего 3 КГ. Ну и СВП у нас играет фокус. Вот сейчас раунд на самом деле взяли усилиями одного из игроков. Все-таки индивидуальный скилл решает. На карте трейн я смотрю, вот, ну, именно у этих команд. Арт у нас играет с Калашом, и вот он только что его, как раз таки действиями, его успешной игрой, ребята смогли взять раунд, он открылся на Б-планте и открылся так, что убил двоих игроков защиты, поэтому все сложилось для него как-никак лучше. Фокус, Макси, минус 2 моментальный, и опять в большинстве у нас Magic 5, и опять у них, собственно, все получается, вот уже второй раунд подряд, и все очень неплохо. Ну что, 3 КГ, правда, спонтанно отыгрывает, сейв размен сыграл. Ох, Камо, DNC, 2 минуса моментальный, фокус вместе с Дживи вдвоем. Против Камо и DNC. Давайте посмотрим, фокус у нас. Идет по шестой линии, крадется, у него есть ЭВП, он берет себе калашик. О, хороший хедшот, он ставит у нас Камо только что, но их сверхниз, за последний будет заходить. Надо по таймингу быстрее спускаться, DNC не успевает по таймингу. Какой тайминг словил у нас все-таки сейчас фокус. Вот если бы вышел пораньше DNC, возможно бы сейчас он убил всех и вся. Но в итоге не получается. Еще разминулся с Дживи, посмотрите, ну просто фейл какой-то. С Дживи разминулся еще тоже по таймингу, совсем тайминги на его стороне. Ну что ж, смотрим, фокус. Фокус ждет, фокус добивает последнего игрока команды Team Visa. Это 11-й раунд в атаке для Magic 5.
27 фрагов у Фокуса, 24 у Макси. Эти два парня просто делают игру команды Magic 5. Ну, момент истины настал. Я так чувствую. У нас экономические в исполнении Visu Gaming. Следующий раунд будет крайне-крайне важным. Как и для одной, так и для другой команды. Ну что, аркада в сотку. Фокус просто. Зачекал все это дело. Тем временем еще убил там по пути. У нас 3 кг. Сверхней Зайхон пытается кого-то убить. Не получается. А там уже выход по зелени идет. Сейв. Даблкил. Макси. Также минус. DNC последний. У DNC ситуация 1 в 5. Ну и хотя бы один минус дать нет. Не удается даже этого. 12-12. Сравнивается счет на трейне. И вот сейчас нас ожидает очень важный раунд. И Айхот берет паузу. Берет он. Что, опять тактическая пауза по ходу дела в исполнении команды Visu Gaming. Вот так вот. Вот так вот. Думаю, опять заберут даст. Ну, заберут, не заберут, конечно, мы посмотрим. Может быть, до третьей карты мы не дойдем сегодня. Так, сейчас немножко пока звука Counter-Strike нет, я прошу прощения. Сейчас я включу, кое-что чекну быстренько. 4 в 3, тем временем ситуация, 4 в 2 уже. Очень важный бай-раунд, беру для себя Visu Gaming. В общем-то, все хорошо для них складывается в этом раунде. Все-таки пауза пошла на пользу. Что не может не радовать, конечно же. Что, конечно же, не может не радовать. Итак, Арт у нас остается 1 в 3 в ситуации. Собственно, у него калаш, он находится в сотке с бомбой. Ну что... Ну и берут. DNC берет этот раунд для своей команды. 13-12 в большинстве взяли таки этот раунд. Три раунда до победы на карте Train команде Visu Gaming. Осталось взять. Но у Magic 5 сейчас ситуация плоховата. Потому что если они сейчас не берут раунд, у них будет ровным счетом 0 денег. 0 денег, а там уже и 15 раунд. То бишь вы понимаете, что этот раунд судьбоносный для... них, да как для Defense на самом деле, у Defense тоже денег-то нет. Фокус шикарно, с подсадки, там просто ПЛ, ничего не смог сделать, убивает он его. В большинстве опять Magic 5. В большинстве опять Magic 5. АВП 4 калаша. Вот такой вот закуп на самый важный раунд в игре. Хороший бай, тем более фуловая раскидка практически у всех ребят была. И что, Айхонт находит зельно. Вот Айхонт разыгрался на самом деле более-менее. Хоть и пятую строчку он опять занимает, но все равно 13 на 20 у него статистика. На прошлой карте было все похуже. Ну, смотрим дальше. DNC находит еще на Сарта. Ой, DNC еще минус. G в размен сыграл, но 2 в 3 опять же. И надо тут сейчас что-то невероятное делать у нас фокусу, потому что он остается 1 в 3. Беда. Беда, конечно. Ну ладно, посмотрим. Итак, фокус. Фокус. Покажет нам? Нет, не показал нам фокус. 14-12, ну и вот, пожалуйста. Денег нет в атаке. Им надо либо делать сейчас форс-бай жесткий на последние деньги, либо отдавать 15-й. Ну, решают, видимо, закупиться. Вот я вижу уже у фокуса у нас тег, второй армор. У Макси то же самое. Ну и трое не закупались. Интересное решение. Нет, все закупились. Гол ТВ пролагал. У нас у всех тяжелый армор. P250 и диглы тейки. Собственно, вот такой вот бай на 15-й, возможно, в приоритете раунд для Visu Gaming. ПЛ, каму, моментальные два минуса. ПЛ еще одного находит, еще одного находит. Уже трипл килл от ПЛ. Ну и последний у нас Сей остается, который находится на верх-низе. Он находится на верх-низе, убивает он также Сея и... Жесть. 15-12. Три матч-поинта.
Три матчпоинта для команды Viso Gaming. И тогда счет у нас по картам станет 1-1. И тогда нам предстоит посмотреть еще даст второй. Вот такие вот дела. Ну что, ребята разменялись своими пиками практически уже. Я, конечно, не списываю еще Magic 5 со счетов. Но с таким закупом SSG, Калаш, Дигл, 2 тека тяжеловато будет как-то взяться. Но все равно будем, конечно, смотреть. Айхоут отлично начинает этот раунд. Убивает у нас Макси, одного из ключевых игроков в атаке на самом деле. Ну и смотрим, что Живи есть минус, Кама, правда, в размен. 2 в 4 ситуации, зависает Гол ТВ у нас, и да, все,